хотят уехать за рубеж, молодежь. А потому что уровень жизни, вот смотрите, вот я съездил, когда в Эмираты, я же говорю, казаки там бизнес открыли, в Эмираты, я серьезно говорю. Там возможности больше. Да? Возможности больше, пожалуйста, делай, работай. Там, как бы сказать, я вам скажу, если бы вот ИП предпринимателем, частным предпринимателем, какие вот может быть, он может писать декларации, он будет скрывать эти декларации. Он и так еле-еле выживает, вот просит мороженое купить. Я купил, пошел, пожалел мороженое. А что делать? Им же надо выживать. Какая ему? Надо освободить на 5 лет от всех налогов. Абсолютно. Всех. Даже ТО, даже сельскохозяйственное от налогов освободить. Вот он поднялся, потом, даже в Америке сельскохозяйство субсидирует. В Америке, в Соединенных Штатах субсидирует. Понимаете? Это же вообще... А у нас на выживание, понимаете? Вот есть, конечно, который работает под крышей. Я не буду говорить. Есть которого, который работает под крышей. Сельские совхозы там есть, то есть фермерские хозяйства. У них есть хорошие спонсоры. А у кого нет спонсоров, они выживают просто.